завершились совместные тактические учения «Хазри-2023», проходящие в соответствии с планом совместных действий, подписанных между Министерством обороны Азербайджана и Казахстана. В ходе мероприятия было объявлено, что все поставленные на учениях задачи были успешно выполнены и пожелали участникам успеха в дальнейшей службе. Также было отмечено, что совместная тактическая подготовка имеет особое значение в обмене опытом, а также в повышении профессионализма военнослужащих обеих стран. По итогам учений хотелось бы отметить, что высокое качество, качественное выполнение поставленных задач личного состава морской пехоты и экипажа кораблей. Также хотим отметить высокое гостеприимство и обеспечение военно-морских сил Республики Азербайджан. Также на постоянной основе хотели бы проведение данных учений. В рамках учений «Хазри-2023» 6 октября Азербайджан посетила делегация во главе с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым. В ходе визита глава оборонного ведомства Казахстана подчеркнул важность совместных тактических учений «Хазри-2023», проводимых в территориальном секторе Каспийского моря, принадлежащем Азербайджану, с участием кораблей и военнослужащих военно-морских сил обеих стран. На встрече с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым была отмечена важность проводимых совместных тактических учений с точки зрения повышение профессионализма военнослужащих. В рамках визита стороны подписали план двухстороннего военного сотрудничества на 2024 год. Отношения между двумя братскими странами, Азербайджаном и Казахстаном, развиваются во всех сферах, в том числе и в военной области. Согласно поручению Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, со 2 по 8 октября впервые прошли тактические учения военно-морских сил Азербайджана и Казахстана. В ходе учений военнослужащие двух стран отработали сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы, поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну. Совместные тактические учения между ВМС Азербайджана и Казахстана длились со 2 по 8 октября. В ходе проведения совместных тактических учений участникам были предоставлены правила безопасности, задания, последовательность их выполнения и другая необходимая информация. Личный состав и корабли штаба обеих стран отработали задачи по различным эпизодам. В их числе были отработаны мероприятия по совместному маневрированию, а также проведение стрельб по воздушно-надводной цели. Мероприятия по освобождению захваченного судна, также были отработаны мероприятия с морской пехоты по нейтрализации террористическо-диверсионных групп. Делегация ВМС Ирана также приняла участие в качестве наблюдателя в совместных тактических учениях «Хазри-2023» в территориальных водах Каспийского моря, принадлежащих Азербайджану. Сара Алиева, CBC.